Вечером 31 января в ювелирный магазин Гродно вошел мужчина. Попросил показать ему украшения, а потом достал нож. Угрожая им продавцу, похитил 19 наименований золотых изделий и скрылся. Продавец нажал кнопку тревожной сигнализации. В городе был введен спецплан. Патрулировались дороги и выезды из города. На трассе М6 в Щучинском районе сотрудники ГАИ остановили такси. И вот он подарочек. В салоне пьяный тот самый разбойник, а при нем нож и вся добыча из ювелирного. Похищенное украшение на сумму более 58 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за разбой.